Роджерс, слышите меня? Капитан Роджерс, сообщите свои... Стив, это ты, все в порядке? Пегги, Шмидт мертв. Что с самолетом? Это не так просто объяснить. Дай свои координаты, я поищу, где тебе сесть. Его нельзя безопасно посадить. Но я попробую направить его вниз. Я позову Говарда, он подскажет, что на сделать. На это нет времени, скорость слишком велика. А заданная цель Нью-Йорк. Я утоплю самолет. Пожалуйста, не нужно. У нас есть время. Мы найдем выход. Сейчас я в какой-то глуши. Если упустить момент, погибнет много людей. Пегги, это мой выбор. Хотел пригласить тебя на танец. Согласна. В клубе Аист через неделю в субботу. Договорились. Ровно 8. И не вздумай опоздать. Понял? Но танцевать я так и не научился. Я научу тебя. Только приходи. Закажем что-нибудь медленное. А то еще наступлю тебе. Стив! 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 Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.